Тело женщины нашли при пожаре в селе Явленьки. Выяснилось, что погибла 53-летняя хозяйка дома вовсе не от огня. Накануне к ней приехал сын из России. Его подозревают в убийстве матери, как и в поджоге дома. Спасатели ликвидировали пожар. Полицейские выясняют обстоятельства дела. За совершение убийства жительницы села Явленка и сельского района, труп которой обнаружен в собственном доме после пожара, полиция установлен и задержан 30-летний мужчина. Он водворен в изолятор временного содержания. Расследование продолжается, обстоятельства устанавливаются.